Всем привет! Сегодня в студии бюджетный смартфон со строгим дизайном Philips S566. Какие в нем еще козыри, сейчас покажу. Комфортное быстродействие. Смартфон оснащен бюджетным, но достаточно производительным 8-ядерным процессором. Работа в интерфейсе, запуск установленных приложений осуществляется плавно. Классно, что даже бюджетные модели имеют плавную анимацию. Фирменная система энергосбережения. Время работы без подзарядки – главная фишка смартфона. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, а благодаря программной технологии Хениум смартфон способен работать до 2 дней, в отличие от более дорогих моделей. Тем самым вы сможете делать больше звонков или дольше оставаться в любимой социальной сети. Смартфон Philips S566 – надежный спутник для частого общения и отлично подойдет как второе устройство для работы. Выбирайте товар на сайте и оплачивайте как вам удобно. Онлайн, при получении товара или оформляйте беспроцентную рассрочку. Получить товар вы сможете в одном из наших салонов ноу-хау или его доставит курьер к вам домой или в офис. А если вы еще не определились с выбором, то позвоните нашим онлайн-экспертам. Они расскажут о товаре, ответят на интересующие вас вопросы и помогут оформить заказ. Берегите время и бюджет с умными покупками в ноу-хау. Ждем вас!